Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Меня зовут Камила. Мне 5 лет. Я хожу в подготовительную школу. Еще я занимаюсь балетом. Я балерина. Я хочу быть тренером по балету и быть балериной. Я люблю заниматься в свободное время, рисовать, играть и что-то своими руками делать. Я делаю аппликации в свободное время. Я делаю балет в свободное время и кучу всего. Я умею на роликах кататься, на велосипедах, и еще я как-то научусь кататься на гироскутере. Я умная послушная девочка, и я казашка. У меня есть ожилка, дедушка и бабушка у меня есть. Мою маму зовут Мархаба, моего папу Тимур. Он не смог сняться, потому что он на работе, из-за вируса он не смог приехать. Сәлеметсіз сіздер мен құрметті қазақстандықтар. Келген Рамазан айы құтты болсын. Ораза қабыл болсын. Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Меня зовут Курманова Мархаба Айбулатовна. Я мама Камилы. Мы живем в городе Нур-Султан. Мне 31 год. Я являюсь учредителем и директором образовательно-развивающего центра Happy Life KZ. Мы с Камилой решили принять участие в данном республиканском конкурсе «Счастье рождается в семье». Желаем всем успехов и удачи! Мы выбрали номинацию под номером 5, которая называется «В нашей семье могут все». Любите и цените счастье, оно рождается в семье. Что может быть дороже на этой сказочной земле? До скорых встреч! До скорых встреч!